Мам, я тебя хотел с Женей познакомить. Женя девочка или Женя мальчик? Как ты думаешь? Короче, у меня все признаки человека, росшего без отца. У меня больше друзей девчонок, чем ребят. Я считаю, что в мире есть только одна самая красивая женщина. Ну ладно, две. Да, я делаю коррекцию бровей. Да, у меня серьга в ухе. Первый раз, да? Смотря что. Меня хотели назвать Земфирой, но папа назвал Женей. Лет с 5 до 6 класса я не разговаривала ни с кем, кроме семьи. Девушка, ну вам пакет-то нужен? Когда я смущаюсь, я представляю человека голым. Мне становится легче. Мне нравятся дерзкие, молчаливые и решительные мужчины, которые 2 раза не повторяют. Это мне? Да. Я вообще не собирался его покупать. Просто бабушку стало жалко. Саш, ты подал в институт документы? Да. Я знаю, что ты не подал. Ты типа правда не знаешь, кем ты будешь? Я не понимаю просто, чего ты боишься. Это же не как в школе. Я не боюсь. Ты боишься. Алиса такая хорошая, симпатичная девчонка. А где вы с Сашей познакомились? На улице. Саша, почему Женя все время молчит? Не волнуйся, с ней такое бывает. Женя, у нас уже 3 вуза поступила. Слушайте, я не знала, что я поступлю, я не хотела говорить, пока не уверена. Удачи в Москве. Я тебя не отпускаю. Куда ты поедешь? Ты решил маму включить сейчас?